Альбина бросила танцы 3 года назад и пришла в спортивный зал. На вольную борьбу ее позвала подруга. Отец поддержал стремление дочери. Вместе получилось убедить маму. И с тех пор девушка покоряет спортивный олимп. В Челябинске она стала обладателем бронзы на последних соревнованиях в Новосибирске, абсолютной чемпионкой в своем весе. Я бы хотела пока что достичь КМС, а потом дальше уже... Может, до мастера спорта. 3 призовых места привезли искитимские спортсменки с первенства юности России. 2 бронзы и 1 золото. Серьезным испытанием этот турнир стал и для Анастасии Тестовой. Она была там как тренер. Говорит, испытала эмоций куда больше, чем от своих собственных выступлений ранее. Когда мы на соревнования поехали, я поняла, что проще самому выйти на ковер и отбороться, чем ты сидишь в углу, там, секундируешь. Понимаю, что это очевидно, что можно сделать, ты кричишь, и все, и думаешь, лучше бы сам отборолся, чем вот они выходят. Все, не переживаешь. Сейчас перед каждой спортсменкой стоит своя задача, но объединяет всех одна цель – дойти до заветного звания кандидата в мастера спорта. А для этого, уверены спортсменки, нужно много и упорно тренироваться.